Что мы хотим для американской прессы? Что мы хотим? Реакция. Что мы хотим? Что мы хотим для пиар-тату? Что цель пиар? Шок. Шок. В таком случае они должны шокировать на NBC-шоу. Вы есть согласны? Да, абсолютно. А потом на MTV, и еще потом на TRL-шоу. И что вы думаете о связь, любовь и война? Да, да. Вы знаете, Шерил Кроу, она всегда носит майки с посланием против войны. Ну, и мы можем сделать послание. Да. Какое послание? Я думаю, оно должно быть на русском. Это будет привлекать внимание зрителей. Будет их интересовать. А, может, напишем? В войне. Нет, а будем говорить, что нет войны. Напишем. Давайте, давайте. Давай напишем ему сразу. Конечно. Давай, мы we create. Мы есть создать это. У нас родилась идея, и мы сейчас ее запишем. Okay. Looks good. А, так хорошо. А, так вот как по-русски пишется «нет войне». Понятное дело, но я же не говорю, что я здесь собираюсь жить, Паш. Тут приехать сюда на неделю отдохнуть, доехать в Москву, но здесь этого такого нету. Наш чемодан еще есть, стоит? Yes. Все, все, можно пойти. Let's start. New York Times сказал какой-то, что они говорят, что это такие педофильские дела, и там детские порнография, но там они... имеют ответ от Вани очень часто. И он говорит, нет, я не согласен, это ничего не касается этой темы педофилии или детской порнографии. Мы просто, они молодые, и молодежь, и юность – это что-то прекрасное. И мы просто развиваем их талант, и
И что мы хотим сказать миру про это? Ну, надо прочитать, хорошо написано. Вот это вообще прикольно. Ты видел? Смотри. Опа. Да, смотри, а тут нам раздаешь, смотри, по кругу, да, вот эта вся фигня, оп. Первая линия пошла. Пошла. Ну и что мне делать? In the Iraq crisis, U.S. officials say an aerial bombardment of Iraq could begin as early as Thursday morning, Iraq time. Despite that, the Iraqi government is standing towards the border with Iraq, and what we're hearing in the Iraq crisis are playing out. Launch it against the Iraqi delivery systems, trying to preempt the use of Iraqi necessity. Hi, we want to breakfast. Okay, have you cornflakes with milk and one omelette with bacon? Okay, thank you. Even though the U.S. part of the storm is still affecting Iraq and Kuwait, but as we see in the settler picture, the front pretty much looks as though it's pulling out of Kuwait. But we still have the sandstorm behind. Very substantial military task. In some areas, if coalition militaries are forced to go in and northern front of an attack on Iraq. The problem is to permit all these places. Hello. Yes. Серёг, вторая линия там. Do you remember we need a good. Маме как бы я рассказала, потому что, ну, я не могу это скрывать, понимаешь, потому что, во-первых, я поняла, что мне надо ехать в больницу на один день, лежать там после этой всей процедуры, ну, мне, конечно, было очень тяжело. А вот врачи сказали, что у каждого человека по-разному, у кого-то на 42 недели уже начинается вот это вот все. Я начала жрать как мерин просто, я начала жрать все, понимаешь, почему срок маленький, я начала есть все, что, все, все орехи, все, что, все ела, все жрала, просто все бутерброды, все вперемешку, мне хотелось есть. Например, у меня такое было, знаешь, такое головокружение, я поняла, что... О, что-то думаю, странное такое. Не знала полоски. Е-мать, думаю, надо быстрее к врачу бежать. Вообще, конечно, ужасно. Во-первых, я понимаю прекрасно, что есть работа, да, есть карьера. И если как бы Бог дал это шанс, да, как бы петь и быть известной, почему бы нет? Ну, ты представляешь, что то, что там в тебе, например, ребенок, да, маленький, вот маленький. Что ему нет, конечно, я плакала очень сильно. На исповеди ему все выдала. И он сейчас, короче, он сейчас, ну, как бы, ну, считается мой батюшка, он там, я с ним все время, ну, когда прихожу, все время с ним разговариваю. И он мне, как бы, советовал, я одну книгу купила, она у меня дома, я еще не читала. Вот, а вторую он мне дал вот эту, вот, говорит, принеси через, вот, так, типа, тебе месяц хватит про это читать? Я говорю, конечно, хватит. Вот, говорит, принесешь потом. Дал мне почитать, мне так понравилось. На самом деле, знаешь, вот читаешь, и столько вообще всего понимаешь.